Что-то вода какая-то непрозрачная. Ага, пойдем наверх, переждем, пока муть осядет. Они решили поселиться в пруду. Уже целый час ничего не видно после их веселья. Что это за рыбки такие новые у нас? Что-то я проголодался. И я. Интересно, а что они едят в пруду? Неплохо. Очень неплохо. Какие мы не вредители, а ваши новые соседи. Да, а со своими соседями нужно дружить и делиться. Они сорвали всю траву и сказали, что надо делиться. Кажется, у нас проблемы.